Я забрал девочку тоже. Фатима, говорю, беги, говорю, за мной, короче. Ты шевельнёшься, чар-чар, пули. Дядька и брат родной пришел, они говорят, уехали, говорит, все, такой радостный там. Я говорю, подождите, говорю, чуть время пройдет, говорю, там плакать. Я говорю, вы какое право имели, говорю, без моего разрешения моих детей, говорю, за границу отправлять. Для этого, наверное, скорее всего. Забрал девочку тоже. Фатима, говорю, беги, говорю, за мной, короче. Вот так побежал, смотрю, там эта колючка тоже травой обросла, и не видно, я даже не заметил ее. Это, штаны порвал здесь вот так. То все. Девочку туда положил, она плакать начала. Смотри, эти там противотанковые, вот эти рвы же есть. Я ночью их не вижу. Бам, с девочкой туда упал там. Бегу, второй раз упал, третий раз упал, не знаю, там мне, наверное, такая сила появилась вообще. Те уже там метров 50-60 от меня уже стоят, короче, эти погранцы, чар-чар, начали стрелять, короче. Смотрю, это как-то случайно, я даже не знал, что там этот оросительный канал идет, камыши, там туда зашел, там минут 20, наверное, сидел. Там это, что-то шевельнется, чар-чар, пули. Смотрю, тропинка, по тропинке убежал, опять это камышовый этот начинается. Через него прошел, такое ощущение было, как будто я в рай попал. Я говорю, вот рай, говорю, луна, говорю, эти кукурузные поля, говорю, идешь, кайфуешь вот так. Мне вот мать весной говорит, почему, говорит, у всех, говорит, мамы, говорю, у меня, говорит, мамы нету. Я же знаю, что они общаются. По WhatsApp общаются, что теперь за ними следить, чтобы не общалась, там мне это не нужно. Так, конечно, они помнят. Это их мать по-любому.